Вот я людям. Надеюсь, никто не заберет Галю. Большое ему спасибо. Thank you very much. I will win game for you. Он говорит, что он не может все равно за Галю выиграть против Гнара. Слабый, что ли? Любой маломальский... Да ладно, я не знаю на самом деле. Любой или не любой... Но мы постараемся. I will do my best, это точно. Не знаю, что лучше. Наверное, это все же. Ну что ж, ребят, давайте... А, они забрали Галю. О, я задоджу тогда лучше. Ну, блин, ну что за херня? Давайте, я не хочу подставлять. Ребята такие хорошие. Ребята такие хорошие. Давайте я возьму Грагаса джангл следующего. Пропущу этих четырех чемпионов, но мы вернемся к нему. Тем более у нас есть бесполезный скин на этом чемпионе. Но они такие милые, такие добрые. Посмотрите, как они хорошо поступили. Парень хотел быть Галио топ, но отдал мне Галио. В итоге какой-то кретин у них пикнул Галио, когда он им не нужен. Додж? Нет. Жаль. Мы чуть-чуть челлендж наш обманули. Ну просто... Просто... Там такие два чемпиона идут подряд, которыми в лесу вообще невозможно играть. А нам лес именно выпал. Если бы это был топ или там мид, я бы даже пошел ради фана там каким-нибудь Гареном на мид. Нифига там какой нику. Ой, не ника, это там... Скин у Люциана. Я даже не видел такого скина. Ну что ж, Грагаса. Мы его тоже не играли, но он проще простого играется, я уверен. Легчайший чемпион. Все делается за него легко и непринужденно. Совсем непринужденно. Где тут у нас? Вот, вот это я буду играть. Ой, здесь даже руны, как у меня. А, только он с Тандерлордом играл. Ой, я тебе не с Тандерлордом? Ну и ладно. Так, а я могу нинджетаби делать? Ивка, Гнар, Галио, Люциан. Не, что-то здесь нинджабики не годятся. Привет, Вука. Вук. Какой у нас бесполезный сген на Грагасе. Он нам выпал, видимо, однажды. Или мне его кто-то купил. Я даже не помню, если честно. Если честно, я даже не помню. Мне Галио мидда. Давай, трэш, хук. Ну чё ты, давай уже. Такой у меня трэш вообще не очень. А, у него, я понял, у нашего троша нет игнайта, и он еще с этой штукой. Ладно. Он хочет мне красный пулить. А я сюда пойду. Но мне не нужна, на самом деле, помощь. Мы на ЛКСе видели, люди играли. Спокойно.
Да я еще не без этого. А, да боже ты мой, чувачок. Мне надо смайт нажать. Сейчас. Все, иду. Ай, кусок говна. Причем, если бы я кликал, он бы обиделся. И в четвертый левел 6 фарма. Окей. Ну что, и почему нет? Хук кинуть сложно? Ну там, конечно, да, трэш у нас совсем весельковый. Весельковый. А? Почему туда кинулась бочка? Я не понял прикола, почему бочка туда кинулась, ребят. Я ее сюда нажимал. Он 2 килла сделает, да. Это было очевидно. Но я догадывался, что Эвелинка где-то здесь. Потому что у меня был же контроль до этого других точек. Евелинка, что где-то здесь. Раз она с красным бафом, значит, похитила меня красный. Туда идти нет смысла. Сейчас идем, значит, на волков. Потом лесного краба. И снова выходим на Галио. Я этого Галио буду сейчас бебиситить. Потому что он милишник, потому что он тупой. И надеяться, что хоть раз наш трэш среагирует на мой ганг. Они будут стоять со сторонки и кликать мне бэк. А, я понял, почему бочка не нажалась. Вот это интересно. Эту механику не знал. Бочка не нажалась, потому что когда я нажимаю W, в этот момент нельзя сразу нажать и бочку. Все понятно. Надо сначала бочку кидать, а потом W нажимать. Да не нужен мне ты там, боже мой. Что ты делаешь? Ты вообще идиот или чего? Я не понимаю, зачем он так делает? Почему не повоевать? Я не понимаю. Ну серьезно, это легко воюется. Вы посмотрите на них. Не, ну вы гляньте на них. Они не хотят воевать легчайшую, ну, то есть, ну серьезно, легчайшую линию. Кликают мне бэк. Ситуация... Да.
где точно никаких бэков делать не надо.
У чемпиона нет скиллшотов, а он умудряется все равно промахиваться всем. Вы это видели? Ну ладно, трипл килл кос 1, квадро килл кос 1 будет. Будет квадро килл кос 1. Did you see our кос 1, который прыгнул мимо и дал W в другую сторону? Ты это видел? Did you see? Спрашивают они там, у них там Гнар ошибся где-то. У Гнара хотя бы есть реально проблемы со скиллшотами. Их реально можно промахиваться. То есть серьезно, чувак. У него больше урона, чем у меня. Я урона Галю еще не знаю. Я сражался, как если бы я сражался с Малфитом. Малфита я бы здесь победил. Ну как победил? Точно бы и не погиб вообще ни при каких. А здесь, видите, урона у пацана тупо больше. Ну ладно. Мы га потеряли. Ну, с другой стороны, мы сняли снег много всего за это. А? Там Гнар прилетел к нам. Я Ивку и хотел отзонить. Сейчас, когда я спускался, я как раз понимал, где Ивка будет. И пытался ее отзонить. Ну, я отзонил. Бежим к Грагасу. Ой, к Рамблу. Ну что, вроде бы неплохо пока все идет в этой игре. А Галио какая-то имба ходячая пока что, мне кажется. У него от ХП что-то скелится или нет? Потому что я смотрю, этот Галио тоже Руа собрал. Чуть-чуть не хватило урона.
Окей. Просто как бы два танка танкуют, а С, вот видите, он только спеллами может. Он сейчас должен был дать автоатаку по Лицану после прыжка. Но он забыл ее сделать. Он просто забыл ее сделать. Прыгнул и забыл дать автоатаку. Ну, бывает, бывает, как бы, я понимаю. They got so much MR, да вы что? Ну давайте посмотрим, сколько там MR. Ты собираешься фармиться? А, он, у него уже этот другой совершенно. Да ладно. Барон Олив. Я хотел его забайтить, может, подошел бы. Мне чуть-чуть не хватает. Зря я, наверное, это пошел фармить.
Жоп! Да, конечно, занерфит. Это не нормально. Что-то не получается это забрать. Сейчас гаунтлет буду собирать. Ну то у меня с КДРом какие-то косяки в этой игре. Вообще их нету. КДРа вообще нет. А, они уже забрали. Ох, какая бочка ужасная. Зато какой врывчик был по троим сейчас. Давайте снизу. Можем даже попытаться закончить с этими мопцами. Что за нерфит? Ну, Люцана, я думаю. А за нерфит, скорее всего, пассивку его. Вторая автоатака будет намного меньше урона наносить. Или критовать не будет. Ну, что-то в этом роде сделают. Нет.
Нам кого-то не хватает или чего? Ох. Езу не хватило урона. Ах, мапцы. Еще одну Гая потерял. Ты уже третья газа игру я теряю. Как оно окупилось неожиданно хорошо. А чё С там? Где там? Не знаю. Что-то С делает не так в этой игре. Ему дэмэджа ни на танков не хватает, ни по этим, ни по слабеньким. Хотя вроде бы играет, я вижу. Сейчас заиграл, по крайней мере. Ох. Ну я честно не понимаю. Мы убили их. У них осталось два игрока. Эз с этим отошли. И мы впятером оказались позже здесь, чем они впятером. То есть их реально пятеро сейчас было. Не два, не трое. Этого количества бы не хватило меня убить. Их именно пятеро было. И Рамбла тоже. Впятером они убили. То есть как бы... А где остальные-то наши? Почему Касадин здесь какую-то вышку ломал? Эз с трэшом я вообще без понятия, чем занимались. Ай, сука! У нас кто-то не донес урона, а мне не хватило. Ну, кто-то перестал вообще дамажить. Так, здесь надо ретироваться. Она нажала смайт, я нажал смайт и фейл, ребят. My bad. Там было 1300 урона. Меня никто не убьет, успокойся, чувак. Зачем? Куда мне бэкаться? Сука. А я расстроен, что же из-за этого не засмайтил.
редко, но, видите, промахнулся. Очень редко, но бывает, промахиваешься. Но реально, как будто кроме меня перестали дамажить абсолютно все игроки. И она ворвалась со своим там этим смайтом. Но вот это было неплохо. Нет, второй раз ты меня не пересмайчишь, сучка. Два раза за игру я смайт не проигрываю. У меня в моей карьере один раз такое было, что я два раза не пересмайтил. Помните за Казикса? А, ну сейчас уже все. Карьере, ну это громко звучит, но... Из того, что я стримил, два раза только было. А в той игре я вообще три раза типа проиграл смайт войну, но один раз у меня вообще смайта не было. И я команде не сообщил. Они потом меня начали флеймить очень долго. Я даже не помню, мы выиграли ту игру или нет. Все, Касач летит. Блин, я не могу до Люцана добраться. Я не знаю. Такие идиоты. Такие идиоты. Так они вообще, они не могут с базы выйти, я просто не понимаю. У нас 5 игроков, у них 2. И наши дебилы, вместо того, чтобы убить Люциана, бьют Нексус. В то время, как их избивает Гнар, потом в них ультует Гнар, потом Люциан в них ультует. А им нормально, они привыкли, что их в жопу ебут, видимо. И им это нравится. Ощущение хорошее. Вот и все. Ну просто, ну зачем? Зачем так? Убейте Люциана вместе со мной и Касадином, и все, и победа. И мы закончили игру автоматически. Гнар один с нами не справится. Даже появившийся Наутилус бы с нами не справился. В итоге Гнар всех убил, Люциан всех убил. Потому что сначала Люцик убил этого, я застрял в этом сраном Наутилусе, никуда выйти из-под него не смог. Просто глупые люди. Глупые. Куда Касыч пошел? Почему ему не стоится там, где мы стоим сейчас? Мы только что выиграли, считайте, размены. Ой, какая бочка ужасная. ГГВП, блин.
Хотя бы Last Fight они отыграли нормально. Дождались, пока мопцы подойдут. Дождались, пока С напоукает. Пока трэш три хука подряд попадет. Пока мои бочки будут тоже паукать. Все это дождались и тогда сделали. Дождались, кстати, пока Гнар перестанет быть мега-гнар.